Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу очень-очень сильный, крутой ментальный фокус с картами. Это действительно будет что-то интересное, поэтому я уверен, что это вам понравится. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши свое мнение в комментарии о этом фокусе после просмотра. Ну а сейчас мы переходим к просмотру самого фокуса. Кстати, ребята, на самом деле я бывает передаю приветы своим подписчикам, просто потому что я их реально ценю. Поэтому в этом видео хотел бы передать привет Никите. Никита — это реально мой подписчик, который смотрит мои видео, ставит лайки, я надеюсь, я просто не знаю, но он реально точно пишет комментарии и всегда меня поддерживает. Это реально очень приятно. Никита, тебе большой привет. Спасибо тебе еще раз, что ты смотришь мои видео, мне это реально очень приятно. Надеюсь, ты ставишь лайки, даже если ты не ставишь лайки, все равно тебе большое-большое спасибо за поддержку, за то, что ты есть. Поэтому, Никита, еще раз тебе привет, смотри фокус и обучайся. А если ты хочешь, чтобы я передал тебе привет, просто напиши об этом комментарии. И, возможно, в следующих видео я передам тебе привет. Просто мне реально много кто пишет, что я передал привет. А я снимаю видео, у меня уже видео потом записаны и так далее. Но я все равно всем всегда передаю привет. Поэтому, ребят, смотрите, наслаждайтесь, пишите в комментариях, что вы хотите. В этом фокусе мы сразу даем колоду карт зрителю. Он ее берет, подснимает раз, подснимает второй раз и третий раз берет, подснимает. Далее мы просим выбрать его абсолютно любую карту. Например, вот эту. Это у нас четверочка крестиков. Свободный образ зрителя. Он мог реально выбрать абсолютно любую карту. Мы берем его четверку и засовываем куда-нибудь перевернутый в центр. Все. Сейчас я ничего не держу. Покажу тебе, что все по-честному. Я так буду пролистывать. Я прошу тебя сказать в любой момент стоп. Здесь. Окей. Твой свободный выбор я беру и подснимаю. Сейчас я прошу тебя назвать абсолютно любое число. От 1 до 52. Какое? 26. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Все максимально честно, да? Смотри, ты выбрал абсолютно любую карту. Ты сказал стоп, где хотел. Ты назвал любое число. Сейчас вот так вот брать и слистывать по одной карте, пока мы не дойдем до твоей перевернутой карты. То есть это 4 крестика, да, у нас? Да. Ищем твою четверку крестик, вот четверка крестик. Самое интересное то, что здесь лежит четверка крестик, а здесь лежит четверка пик. Это реально нереальное совпадение. Но это еще не все, ведь мы крутые фокусники, делаем щелчок, и у меня здесь, и здесь лежат еще четверки. Таким образом, мы проявили сейчас 4 четверки и можем показать какой-нибудь уже крутой фокус, используя эти 4 карты, либо показывать уже другие фокусы с этой колоды. Это реально очень-очень круто. Итак, вот и обучение. Это реально очень-очень крутой ментальный фокус с картами. Это действительно очень крутой и очень сильный ментальный фокус с картами, поэтому я попрошу вас прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал и написать ваше мнение в комментарии о данном фокусе. Ну а сейчас мы сразу же переходим к обучению. Итак, для этого фокуса вам необходимо подготовиться. Ну, в принципе, я думаю, это логично, потому что фокус реально очень сильно крутой, а почти ко всем реально крутым фокусам надо чуть-чуть подготовиться. Но это не страшно, ведь этот фокус можно показать первым, и все. Плюс вы в конце еще проявляете 4 карты, это вообще шикарно. Можно сразу же показать фокус с 4 картами, потом какие-то контроли. А для начала вы должны распределить всю колоду в таком порядке. Найти каждые карты, то есть вот 4 семерки, если что, это 7 крестиков. 4 восьмерки, 4 дамы, 4 вольта, 4 пятерки. И так все-все-все карты по 4. 4 четверки, 4 туза, 4 тройки, 4 десятки, 4 девятки и 4 короля. Есть, да? То есть вы уже так распределили. Отлично, что мы делаем дальше? То есть у нас вся колода лежит. То есть 4 короля, 4 десятки, девятки, все карты по 4. Далее, второй этап, самое важное, то, что у вас должна каждая карта начинаться с одного цвета. То есть, к примеру, красный король, черный король, красный король, черный король. И так вот мы разлаживаем все именно комплекты. То есть красная, черная, красная, черная. Дальше. Берем следующий, допустим, комплект. Красная, черная, красная, черная. Следующий комплект. Красная, черная, красная, черная. Красная, черная, красная, черная. Красная, черная, красная, черная. Порядок, в каком вы будете собирать, не важен. Главное, чтобы у вас было красная, черная, красная, черная. Вся так колода. Это второй этап подготовки. То есть у вас сейчас вся колода лежит. Допустим, по 4 карты одной
одного значения, и начинаются все красное, черное, красное, черное, красное, черное, красное, черное, красное, черное, красное, черное, красное, черное. Есть. Окей, идем дальше. В третий этап подготовки. Мы берем две карты, переворачиваем, кладем. Берем две карты, переворачиваем, кладем. И таким образом распределяем всю колоду. Берем по две карты и вот так вот бросаем. По две карты. На две стопочки. Всю колоду. Мы берем и бросаем. Я в этот момент хочу вам показать полностью без ускорения и без какого-либо там монтажа, чтобы вы именно поняли всю суть самой подготовки. Итак, если что, вы помните, да, это у меня 7 крестиков. Что мы делаем дальше? Мы берем любую из этих стопок и кидаем наверх. То таким образом у нас есть две одинаковые стопки, которые мы укомплектовали. То есть вот, допустим, поделю еще раз. От тройки до семерки. Ну, это в моем случае. То есть 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Все по две карты. Отлично. И в любом порядке кинули наверх. Что мы делаем дальше? Мы подходим к зрителю. И говорим, у меня есть колода карт, возьми ее, подсними. И зритель действительно берет и подснимает, где он хочет, сколько раз хочет. Самое главное то, что он не должен подснимать вот так вот, то есть несколько раз. Он взял один раз, подснял, где хочет, и все. И еще раз один раз взял, подснял, где хочет, и все. В принципе, вы можете сами как-то перемешать колоду какими-то ложными способами. Раз, два, три, раз, два, три. Либо же вы можете вот таким вот способом брать и якобы перемешивать колоду, хотя на самом деле вы не перемешиваете, а просто ее подснимаете. Итак, после этого вы делаете ленту и просите выбрать его абсолютно любую карту. Здесь действительно свободный выбор зрителя. Но есть один маленький момент, смотрите. Зритель выбирает абсолютно любую карту, пускай это будет у нас 8 пик. Отлично, шикарно. Что мы делаем? Мы должны взять нашу ленту, когда мы слаживаем, там, где зритель выбрал карту, то есть вот здесь, поставить брейк. Все, мы собрали, и у нас здесь брейк. Отлично, я думаю, вы поняли. Еще раз показываю. Выбирает любую карту, например, давайте вот, 8 пик. Мы берем, ставим здесь брейк, получается, и все это кидаем дело на брейк. То есть у нас сейчас на брейке то место, где зритель взял карту. Он ее смотрит, мы ее тоже смотрим, говорим, твоя восьмерка пик уходит куда-нибудь в центр. И на самом деле мы ее задвигаем там, где он ее и взял. То есть, по сути, ничего не изменилось. Зритель взял карту, запомнил, и мы положили в то же место, только перевернутой. И задвинули. Окей. А далее, опять же, вы, если хотите, можете вот так вот взять ее, перемешать как-то, сделать какое-то ложное подснятие. Ну, есть много всего интересного, но не для этого фокуса. Что мы делаем дальше? Далее, по-настоящему, зритель вам скажет стоп, где он хочет. То есть вы так берете, пролистываете, и он вам говорит стоп. Единственный момент заключается в том, что зритель должен вас остановить до своей карты. Поэтому вы должны это контролировать. То есть если он скажет где-нибудь здесь стоп, то это уже фокус не получится. Поэтому что мы делаем? Я говорю так, смотри, я так буду пролистывать, нигде ничего не держу, скажи, когда хочешь стоп. И я медленно пролистываю, то есть вот так вот. Стоп, окей. Если же я пролистал дальше, и мне говорит стоп, я говорю, ой, ты не успел, давай еще раз. Стоп, окей. Если же опять прошел дальше, стоп, ой, ты не успел, давай еще раз. Просто поиграть с зрителем это реально легко. Вот просто взяли, стоп, давай еще раз, ты не успел. И он все равно, ну как бы там ни было, все равно вам он скажет потом стоп, где вам надо. То есть давайте, допустим, еще раз. Стоп, окей, все. С карты зрителя вот уже здесь. Далее мы говорим ему, смотри, сейчас я попрошу тебя назвать абсолютно любое число. И он реально называет вам любое число. На самом деле нет. Есть два крутых способа, как можно легко сфорсировать число 26. Если вам это интересно, напишите об этом в комментарии. И я возможно, вас обучу хотя бы одному способу, как сфорсировать число 26. Но это реально элементарный способ, и он, главное, рабочий и практичный. Сейчас же я не буду вам это рассказывать, потому что это реально будет очень долго. Это, ну, реально... Только об одном форсировании она будет разговаривать минут 10. Как бы, ну, вы понимаете, очень длинное видео, никто не будет смотреть. Итак, что мы делаем? Мы тогда, допустим, сами говорим, то сейчас я думаю, что твоя карта лежит, допустим, 26-я. Вы отворачиваетесь, ну, разумеется, что как бы
Логично было, да? То есть, если вы будете так считать, вот его карта, все, фокус не получился. Поэтому вы якобы отворачиваетесь и начинаете считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В этот момент вы не смотрите на карты. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Да? Эту стопочку вы бросаете сюда, на стол, и говорите, вот твоя карта. Просто в этот момент вы не смотрите на кого-то. Зритель говорит, нет. Вы поворачиваетесь и говорите, а, блин, точно нет. Он говорит, вам зритель говорит, типа, она уже была. Он говорит, да, была, где? И начинаете так вот слистывать по одной карте, пока не дойдете до карты зрителя. Здесь вообще легко, то есть пару раз кинули и все. И сейчас, видите, у меня карта 8 пик, то есть как бы это черная карта. И поэтому мы сейчас просто здесь берем, переворачиваем как предсказание, да, а здесь проявляем уже две восьмерки. То есть, смотрите. Давайте еще раз. Вот мы скидываем. Раз, два. О, восемь пик, да? Будет круто, если здесь лежит та же самая, допустим, карта. Делаем щелчок, показываем восемь крести. Совпадение, зритель удивился. Делаем щелчок и проявляем еще две карты. А если бы зритель выбрал какую-нибудь красную карту, вот красная, допустим, двойка буби, то, допустим, у нас было бы вот так. То есть, зритель вот... Мы накрыли карту его здесь, все сделали то же самое, нам сказали где-нибудь 100, посчитали 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26. Скинули карты, бросили сюда, делаем все то же самое. Но красные карты мы кладем сюда, на себя, потому что мы здесь будем проявлять еще две двойки. То есть здесь совпадение, здесь проявление. Поэтому, ну, все элементарно. Ты прямо сейчас поставь лайк, подпишись на мой канал, если еще не подписан, и напиши свое мнение в комментарии. На этом все, пока!